Привет, ребят! Сегодня бы мне хотелось обсудить удаленный пост Мидори, достоверного сливщика в Sonic Community. Да, и не только, к сожалению, ушедшего из Твиттера. Но перед своим уходом Мидори оставила пост о ремейке Sonic Unleashed, о котором никто не говорит, что очень странно. Сейчас я дословно переведу пост, а дальше объясню, что да как. Это мой последний пост перед тем, как я уйду в отставку. Я хочу дать соникафанам последний слив. Sonic Unleashed вернется на ПК и новые консоли. Такие как PS5, Xbox Series SX, Nintendo Switch и, возможно, Nintendo Switch 2. Разработка ремейка началась еще в 2022 году и разрабатывается самими Sonic Team. Кодовое имя проекта Sonic Unleashed Ultimate, это имя может измениться в будущем. Джейсон Гриффит вернется в роли Соника. Однако неизвестно, вернутся ли Эми Палант или Лиза Ортиз в роли Тейлза и Эми. Также у меня есть скриншот, на котором видно, что вместо жизни будут использоваться Тейлсейвы. Из слива Мидори мы можем узнать, что с 2022 года Sonic Team разрабатывают ремейк Sonic Unleashed, в котором вернется Джейсон Гриффит в роли Соника. Также Мидори предоставила нам скриншот, на котором мы видим дневной руфтоп ран, а также тейлсейвы, что немного расстраивает. Мидори поделилась тем, что кодовое имя проекта Sonic Unleashed Ultimate и я на основе этого названия сделал логотип игры. Что ж, на этом все. Будем ждать официальных новостей от Sega. А теперь минута молчания для тех, кто поверил в эту чушь. Я кончаю слепую, я боюсь обречиться, я боюсь сексуально, но мне не остановиться. Раньше был натуралом, а теперь стал... Я ползаю в твой анус и не остановиться.